ебануться. Вот так вот. Горит красиво. Воняет пластиком.
А сейчас я просто хотела на свое интересное дело проехать по ученому курсику. У меня прадед строил этот парк. Я не могу сюда попасть 2 месяца. Ну, это прекрасное чувство, но это не стоит соблюдать и не жалеть. Конечно, конечно. Да? Да, все у вас действительно все работает. Соблюдайте. Хорошо, я понял. Конечно, меры безопасности. Я понял, хорошо. Всего спасибо. Доброго. Ну, вы же в курсе, да, о режиме самоизоляции. Вы в курсе, что 9 числа улица обязательно ношение масок? Да, 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 перчаток. Я вам об этом говорю. Да, это забота у вас опять-таки же. Да, да, да. Ну, я говорю, я уже приготовилась, а ему будет отдельно 12 часов. Он пока еще не это. Понятно. Много и масок, и перчаток, всего много. Так да, что... все, всего доброго, не болейте. Все, все, постараемся. До свидания. По магазину пройтись. Живу я рядом, на Маяковской работаю. Да, так я вижу. Ну, в курсе, что у нас 12 числа, обязательно маски, перчатки. Еще не 12. Нет, я говорю, что с 12 числа. Мы с вами проводим профилактическую беседу, чтобы понимаю. Граждане знали, понимали, что необходимо для их дороги. Понимаете, да? Да. Конечно. Так, ну что ж, более не смеем задерживать. Всего доброго. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Много. Ну, понятно. 69. Да, вы в курсе, что сейчас у нас да, режим самоизоляции. Я так да. понимаю, да, вы ходили за продуктами да. в магазин. Да. Вы в курсе, что 15 числа будет решение массовых перчаток да. на 1 июля. Да. Вы без надобности не покидайте свое место пребывания.
дома находимся. Мы один раз в неделю выходим. Это правильно, здоровье дороже. Спасибо. 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 Все, всего доброго. И вам всего доброго. До свидания. До свидания.